Приветствую вас, мои дорогие зрители, меня зовут Лилия Донскова, и сегодня мы с вами вместе полистаем онлайн-каталог Выгода Плюс. Он действует помимо основного каталога и доступен всем консультантам, кто размещает суммарные заказы от 100 баллов в предыдущем периоде. Сам каталог начинает свое действие с конца первой недели основного каталога. Я вам желаю приятного просмотра, потому что мы будем не просто листать, а я вам покажу продукты, которые у меня есть, и дам свои рекомендации. Обращаю ваше внимание, что каталог Выгода Плюс начнет свое действие с 21 февраля и закончится 6 марта. Из этого каталога вы можете заказывать любое количество продукции, все, что вам нравится. И на первой страничке нас ждет туалетная вода Divine Royal. Стоимость 899 рублей. Обратите внимание, что эта продукция также дает баллы к заказу, и за каждые 10 баллов вам в заказ будет вложен случайный бонус или комплимент за 3 рубля. Это будет или пробник аромата, помады, возможно, крема. Далее, не показала аромат. Аромат такой у меня есть. Восточно-цветочный, древесный, и в моем понимании восточные ароматы тяжелые, пряные, такие томные, и этот же аромат, я бы сказала, что он очень легкий, невесомый, такой девичий, приятный, приятный. Даже его форма и цвет говорит о том, что он будет не тяжелый. Поэтому если вы любите ароматы с намеком на восток, но в то же время, чтобы они были не удушливыми такими, то это тот самый аромат. Я рекомендую, потому что даже мне он очень нравится, хотя я очень капризная в ароматах. На следующей страничке нас ждет аромат Sublime Nature Tuberose, 1299 рублей, с высокой концентрацией аромата. Аромат тоже многие полюбили, и я знаю, что, вернее, я видела, что аромат уходит из каталога насовсем, поэтому если он вам нравится, то стоит сделать запас. На следующей страничке всего за 399 рублей аромат Mysterial Oud. Аромат достаточно тяжеловатый, по крайней мере, я не смогла им пользоваться, отдала маме, а вот маме он понравился. Состав восточный, цветочный, древесный. И вот этот действительно восточный аромат. Если мы сравниваем его с Divine Royal, то тот буквально вот прям легкий, невесомый, и этот же действительно такой, как сказать, густой, густой, высокая концентрация. И несмотря на его невысокую стоимость, аромат стойкий. Из этой коллекции, в принципе, ароматы достаточно стойкие. Далее нас радует распродажа с карандашами для губ. Это контурный карандаш The One. Стоимость всего 119 рублей. У меня есть два представителя из этой коллекции. Один карамель и второй шоколад. И я обратила внимание, что карамель у меня закончился. То есть все. Вот я его последний раз выкрутила. Отличный оттенок. Он действительно карамельный, то есть чуть-чуть идет такую вот теплую рыжинку, а шоколадный он очень густой, насыщенный. Карандаши по качеству отличные, вот буквально прикасаешься, и он уже оставляет след. Одно удовольствие красить с ним губы, используя как подводку. Восторг полный от этих карандашей, и несмотря на их невысокую массу 0,28 грамма, его хватает надолго, потому что его достаточно один раз провести, и он будет уже на губах. Стойкая губная помада серии The One Color Ultimate, 199 рублей. Здесь у нас будет 8 оттенков. У меня нет такой помады, есть футляр посмотреть, ну, из похожей коллекции. Тоже The One. Удобная форма, то что это в виде такой вот помады карандаша, не слишком толстый стержень, удобно красить губы, помада лежит великолепно, несмотря на то, что она стойкая, она не сушит губы абсолютно. За 149 рублей румяна, которые вы можете выбрать себе по оттенку то, что вам понравится. И если у вас есть палетка для таких румян Refill, то будет удобно как раз вложить в эту палетку магнитную
один из выбранных вами вариантов, но цена просто великолепная. Далее, полная маскировка несовершенств, и они правы. У нас три палетки, и я вам сейчас покажу самую светлую, которой я сама пользуюсь. Чем отличается эта палетка от всех других маскирующих средств в Oriflame? Тем, что здесь продукт очень плотный. Первые два оттенка — это маскирующие средства, третья — пудра. И я вам сейчас покажу розовый, такой вот насыщенный розовый. Смотрите, какой плотный, он перекрывает все несовершенства очень хорошо. Второй — бежевый, рядом положу бежевый. Я использую розовый, чтобы перекрыть все синие такие темные круги, синие под глазами, венки. А вот этот вот желтинка я использую для того, чтобы перекрыть пигментные пятна, пигментацию. Пудры я пользуюсь крайне редко, мне она здесь не очень удобная, и в общем-то мне она не так уж и нужна. Но пудра все равно нам нужна, поэтому ее тоже можно было бы использовать. Она такая тонкая, прозрачная, очень хорошо выравнивает кожу. Такая вот пудра. То, что мне понравилось, в палетке есть зеркало. Не в каждой палетке есть зеркало. А это очень удобно для нас, девочек. Далее, тональная основа за 299 рублей. У меня не слушаются пальчики. Угу. Так, стойкая, матирующая. У меня есть один оттенок, код 315-88. Мне не очень удобна сама форма, то что вот тюбик, и я не люблю, когда все это выливается и пачкается вокруг. Крышечка, сам тюбик. Покажу вам его по качеству. Совсем мало взяла. У меня оттенок такой достаточно темный. На лето он хорош. Как раз когда жара начинается, я им люблю пользоваться, потому что у него хорошая очень текстура. Смотрите, он не забивает поры. Он действительно хорошо матирует, хорошо наносится и кистью, и спонжем, да и просто пальчиками. Вот такой вот отличный тон. Поэтому если кожа склонная к жирности, то самый лучший вариант — использовать тональную основу, которая предназначена как раз для того, чтобы справиться с таким типом кожи. Так, далее. Серия Eco Beauty, к сожалению, она покинула наш каталог, но еще можно некоторые продукты увидеть в распродаже. Здесь нас ждет питательное масло для лица Eco Beauty. У меня была вся коллекция, я заказывала, наверное, два раза. Масло действительно очень приятное, его можно использовать и для массажа, и для лица, для зоны декольте. И второй продукт — это обновляющая маска для лица с розовой глиной. Маска, конечно, чудо, несмотря на то, что она такая недешевая, я бы сказала, здесь-то на нее хорошая скидка. Маска классная, она и очищает кожу, и кожа становится такая ровная, гладкая, мягкая. Поэтому если есть возможность, побалуйте себя обязательно. На следующей страничке для волос. Что бы я отсюда рекомендовала? Однозначно масло с авокадо чудесно подойдет для того, чтобы сделать маску для волос. Я наношу прямо на сухие волосы, хожу как с маской 10-20 минут, сколько есть возможность, а потом мою голову. Второй продукт, который я очень люблю, но пользуюсь не часто, в связи с тем, что у него есть такая специфика, как им пользоваться. Нужно взять вот этот флакончик и положить его в стакан или в ковш с горячей водой, чтобы масло согрелось. Вымыть волосы, просушить полотенцем, и потом вот так отламываете вот этот кончик и масло распределяете по всей длине волос. Ходите с ним, ну тут написано тоже 5 минут, даже на одну, в горячую воду на одну минутку. Да, но здесь не написано, но вообще рекомендуют на 5 минут. Я же хожу гораздо больше,
И наношу сверху, надеваю, вернее, на себя вот такую шапочку. Шапочку вы тоже видите здесь в распродаже. Она просто удивительная. Во-первых, она очень симпатичная, она как челма, а внутри у нее такая специальная вот ткань, которая согревает, то есть она работает как термос. Согревает, и маска, любая маска для волос, особенно вот такая, будет работать лучше. Поэтому я вам рекомендую вот на эту коллекцию обратить особое внимание, особенно на шапочку. Я этой шапочкой пользуюсь уже очень долго. Ее можно и стирать, и просто ополоснуть водой после маски. Она великолепно себя чувствует, как вы видите. И она у меня в использовании постоянно. Удобная, классная шапочка. На этой странице дезодорант и два крема для ног. Один крем питательный, он идет у нас с миндалем и медом, а второй крем смягчающий, по-моему, арника и тоже мед. А плохо видно? Я не помню. У меня вот такой есть как раз с миндалем и медом. Питательный, большой, очень удобный. Смотрите, какой он густой, этот крем. То есть это настоящий густой крем. Куда его нанести? Вот сюда внизу. Он отлично питает ножки. Пахнет прям медом, медом. Очень вкусный крем. Его хватит надолго. Он дарит приятные ощущения и ухоженные красивые ножки. Пользуйтесь предложением, пока такой большой объем и с огромной скидкой. Дезодорант для ног тоже гигант, вот такой у меня есть. Он пахнет свежестью, таким ментолом, чем-то приятным. И этот спрей отлично помогает снизить потоотделение на ногах, сделать ножки гладкими, снижает вероятность появления мозолей. Поэтому таким дезодорантом очень здорово пользоваться, когда у вас новая обувь, например, босоножки новые, скоро пойдут туфельки, ботиночки. Вот чтобы не было натираний, пользуйтесь таким дезодорантом. Что еще здорово, можно наносить прямо через капрон. Например, вы уже в колготках и вспомнили, что забыли обработать ножки дезодорантом. Ничего страшного, сделайте это прямо через колготочки тоненькие. Вот, очень рекомендую, отличная вещь, помогает освежить, охладить ноги. У кого, например, отекают ноги, варикоз, то этот дезодорант прекрасно помогает сделать более приятными ощущения. На следующей странице все для рук. И, кстати, классная мочалка для душа. Я всегда беру две или варежки, или рукавички, ой, или перчатки. Почему две? Мы надеваем сразу, надеваем на две руки, наносим гель или мылим вот так вот ладошки и начинаем купаться одну сторону, другую, сразу ноги, тело. То есть мы делаем такие движения сразу двумя руками и спину, ягодицы. То есть мы все достаем, все массируем, все очень энергично, и вот получается эффект намного круче, чем если у вас одна перчатка. Поэтому не экономьте, на самом деле очень крутой лайфхак, мне кажется, вы оцените. Далее мыло и крем для рук. У меня такой наборчик как раз есть, остался с Нового года, я как-то его просмотрела, наверное, хотела кому-то подарить, а он у меня остался, буду сама пользоваться, значит. Итак, крем и мыло, чем пахнет? Давайте понюхаем, интересно же всегда. Ну, приятный аромат. Написано у нас тут или нет? Нет, здесь не написано. Но пахнет очень вкусненько, правда. И такой нарядный флакончик, что его будет приятно видеть у себя на столе. Консистенция у крема очень легкая, питательная, не оставляет жирности, не оставляет липкости, впитывается моментально, и после этого крема только приятные ощущения, гладкость и мягкость кожи рук. И мыло тоже красивое в виде подарка. Здесь такой кусочек с бантиком, подарочек. Дальше
Аксессуары. Кстати, есть такая новость, что у нас аксессуары убирают из каталога. Я не знаю, насколько это правда и надолго, но я очень огорчена. Поэтому пока есть возможность, заказываем. У меня есть как раз сумочка, которая представлена в этом каталоге. Всего за 899 рублей. Чудесная сумка, которая стала моей любимицей. То есть она небольшая. Как видите, вот я ее держу в руках. Как раз по длине кисти. Она широкая. Здесь есть вставка. Такая вставка по контуру. Удобно закрывается. Повернули, открыли, закрыли. Сумка не вместительная на самом деле. Здесь есть вот кармашек для всяких мелочей, для карточки. А внутри у нее карманов нет и просто вот такое небольшое пространство. Но я сюда умудряюсь очень много всего положить. И телефон, и антибактериальные средства, и салфетки, и пудру, и помаду. То есть все, что мне нужно иметь с собой, так вот, чтобы все было под рукой. Сумка на ремешке, ремешок несъемный. Очень люблю эту сумочку, ходила с ней летом, всю осень, буквально до зимы, пока не залезли в шубы, в пуховики. Я от нее в восторге и уже так по ней соскучилась. Как только придет весна, снова будем с ней неразлучны. Да, и вот сказала, что ремешок не снимается. Как раз достаточно, чтобы носить или на плече, или перекинуть через плечо. А и так работает, длина ремешка позволяет это сделать. Следующая страничка. По поводу понча ничего не могу сказать, потому что у меня его нет. Но, по крайней мере, видела в обзорах, что качество хорошее. Мягкий материал, согревающий, приятный. И удобно то, что пончо двухстороннее. Можно носить как с серой стороной, так и теплым таким охристым оттенком. Здесь у нас тоже аксессуары. Кстати, сумочка, вот чтобы вы понимали, которая висит на плече у девушки и которая вот показана здесь темной стороной, это одна и та же, только с одной стороны у нее клепочки, а с другой стороны клетка. И тоже есть ремешок съемный, который можно даже регулировать его длину, то что очень удобно. Мне кажется, это такая стильная, классная сумка. И должна пользоваться огромной популярностью у молодежи. Вот честно, я бы себе тоже такую хотела. Но учитывая, что у меня сумок очень-очень много. И есть любимые, которые нужно тоже успевать носить. А вторая сумка с принтом в клетку. Большая. Вот размер у нее 33,5 на 13,5 и на 29,5. То есть большая, хорошая сумка. Вместительная. Кто любит побольше, тот ее и будет выбирать. Аксессуары продолжаются. Яркий шарф с акварельным принтом. Настолько он красивый. У меня заказывали его очень много раз. И клиенты в восторге. Просто в восторге. Материал не шелковистый, то есть такой мягкий, согревающий. Не на лето. Однозначно это вариант весна. Даже зима, если зима не холодная. И, конечно, осень. А далее халат в виде кимоно с таким анималистическим принтом. И еще один шарф с абстрактно-цветочным принтом. Ну, кстати, отличные цены. Так, и еще. Почему-то вот шарф здесь показан вот таким образом. А на девушке... А, ну да, тоже он, по-моему. Немножко непонятно. Серьги, ожерелье, все такое стильное, модное. Но вот ожерелье и серьги из плетеные мне показались громоздкие немножко. Я их видела на ком-то из наших коллег. На мой взгляд, они громоздкие. Если вы любите массивные такие эффектные украшения, то рассмотрите этот вариант. Посмотрите, как это оригинально сделано. Далее, ой, серьги, ожерелье с листьями монстеры, я вам их сейчас покажу. У меня есть серьги, я в них влюбилась сразу. Вот ожерелье мне как-то не очень понравилось, слишком много листьев на цепочках, я не захотела ожерелье.
А вот серьги, конечно, меня не оставили ни на секунду равнодушной. Как можно с ними поиграться? Вот здесь есть специальный карабинчик, смотрите, я его открываю и снимаю листик, оставляю только маленький. В этом случае серьги становятся более легкими, и уже можно с ними прям вот круглый день быть, потому что серьги гвоздики, не клипсы, очень очень здорово. Когда два листика, они уже увесистые, и, честно говоря, надолго меня с ними не хватает. Или можно поменять, снять малыша, листик маленький, ой, что-то мне неудобно, руки кремами намазала, а повесить наоборот большой, и у вас уже будет третий вариант, как можно ходить, то есть большой, маленький, на ваш выбор. Но маленький, он совсем легенький, а вот большой, он, конечно, такой массивный, но красота невероятная. Я пользуюсь уже где-то около года, мне кажется, этим наборчиком, ношу достаточно часто, мне он очень нравится, и, как видите, не меняется цвет материала, он все такой же яркий, сочный, блестящий, не помутнел, то есть все отлично, вот как будто я только-только их купила. Классный вариант, тем более что сейчас очень модно растительные принты. Так, второй комплект я не видела, тоже видела на наших партнерах, серьги смотрятся классно, прям понравились серьги и браслет. Здесь у нас молочник. Вы знаете, оказалось, не нашла я молочник, куда я его спрятала, я нашла сахарницу, решила вам ее все же показать, чтобы вы понимали, какое качество. Придет посуда в коробке, то есть все будет хорошо упаковано, и вот такой вот фарфор с ручной росписью, очень красиво. У меня весь комплект есть, и тарелки, и чашечки, и заварочник, и сахарница. И я планирую, когда у нас встанет новая кухня, я этот комплект достану и будем им пользоваться. Настолько он красивый, мне нравится очень качество, как все сделано оригинально. То есть такое вот все неброское, спокойное, красивая такая чистота. Чисто и красиво. Так, а это, по-моему, завершающая картинка. А, нет, еще не завершающая. Диффузор за 799 рублей, кстати, отличная цена. Я производила сравнение, мы приобретали диффузор в Леруа Мерлен 45 мл, здесь 90. Тот диффузор, когда я в нем оставила все 5 палочек, испарился за 20 дней. В этом же у меня стояло 6 палочек. И я поставила мало того, что просто палочки, еще 3 было с шариками на конце, деревянными. И вот я его использовала тоже на полную мощность полгода. Внимание! При этом, что он у меня падал, и где-то 4-я или 5-я часть у меня вылились в раковину, пока я успела его схватить, поднять. Очень много у меня было потери. Служил долго. По цене. В Леруа Мерлен мы брали за, по-моему, 290 рублей 45 мл. Здесь же 799 рублей. В 2 раза больше объем. А служит в 6 раз больше. Это очень выгодно. Какой аромат? Это серия Swedish Spa. Аромат, как тот, который мы привыкли ощущать от этой серии, он же и чувствуется в диффузоре. То есть он приятный, такие вот нотки, какие-то и морские, и немножко, как сказать, приятные. Все, очень мне понравился диффузор, отличный. И завершает этот каталог серия с папайей. Здесь у нас крем для лица и очищающее средство для лица в виде молочка. То есть оно не гелевое, а в виде молочка. Такой солнечный дизайн у этой серии. У меня под заказ крем, поэтому я его не буду открывать, там он заклеен пленочкой. Все в восторге от этого крема, начиная от аромата, он настолько приятный, тропический, вот эти экзотические фрукты, они всегда вдохновляют и вызывают желание пользоваться, потому что это такое позитивное ощущение.
И крем отличный для лица. У меня берут его и взрослые женщины. Я его брала несколько раз для дочки, сама им пользовалась, ну, чтобы попробовать оценить его качество. Он действительно классный, всего за 99 рублей. Поэтому берите смело и пробуйте. Спасибо вам за внимание. Желаю приятных покупок из этого каталога. Пишите свои тоже отзывы в комментариях, что вам нравится, что бы вы рекомендовали нашим коллегам. Вам желаю всего самого классного.